Джим, записывайся. Да, записывайся. Просто стоитесь. На месте. Ну все, посылай и добавь. А кстати, куда их складывать? Слушайте, ну... Хорошо, Джим. Хорошо. Использовать можно все, что угодно? Да. Ну, я думаю, кроме кулера. И тарелки, наверное. Любую игрушку, опорки, что угодно. Так собак-то не надо держать, зачем? Пусть бежит. Да, сегодня так все компактненько, и старт, и выстрел, и все, ну, в одном пункте. Я тоже прихожу такая вот, все опаздывали из-за того, что день Пушкинский, такая пробища ехать, такой пробка стояла. Думала, все, опоздаю, наверное, пропущу все, что угодно. Прихожу, думаю, все, уехали, вводим туда, а мы уже ехали. Нет, пройди вперед, все, доехали. Ну как ты а вот тебе. Я покрутила гражданку. Ну получается вот.
Поехали по Пушкину, поехали по Пушкину, и там самого танка встали. Там еще показать на выступление летчиков было, что там все в параде. Понятно. Виталий все снимает. Есть хозяева, которые очень умеют. О, вот эту ленту правильно сняли. Я хотела снять. Вы все или нет? Ой! Что, заново перебегивать? Идется подальше. Кидай много раз! С какого раза она поняла? Хорошо, хоть сейчас. Уже прогресс. Она думала, она один раз на время. Да. Замучить собаку бегал. Она тренировала, как не всегда. Слушайте, когда на самом деле, вот и сейчас уже, когда другие выступают, не играй здесь. Все сюда бегут, собаки, девчонки. Ну, как это... Собаки разные, прилетят. Иди сюда. Хорошо. Пойдем. Вообще-то она должна была вернуть. Мячик должна была вернуть хозяйке. Следующий.